Всем, ребят, добрый день. 25 сентября 2019, Рио Линда, Калифорния. И сегодня хочу показать вот такое. Вот такого нашего нового питомца. Это деревца карри. Именно листья этого дерева являются основным ингредиентом соусов карри. И широко применяется в кухне Индии. Вот такой интересный малышок. Купил я его у нас в Бэйэре. Позавчера ездил туда. Достаточно тяжело найти. Растение не дешевое, видите, это 5-галлоновое ведро. Вот я за него заплатил $50. Растение редкое, практически в обычных магазинах не бывает его. Очень дорого продают сами вот эти листья. Буквально, ну вот у него перистая, вот такая, видите, вот сложный лист у него. Запах специфический, такой интересный, необычный. У нас на локальном рынке есть объявление по продаже листьев самих, растений я не встречал. Листья продаются, по-моему, 5 штук вот такого сложных листьев, таких доллар. Не знаю, как оно будет, я сохраню ли я его на зиму в грунте, навряд ли, наверное, его придется выращивать вот так в кадушке. Еще раз, это дерево карри.